Почалося з того, що Миколаївська оперно-вокальна студія імені Ніни Западинської у червні місяці презентувала миколаївцям нову прем'єру – виставу «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ'яненка. Подія відбулася на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. І поки я тут, у театральному сквері російського театру, чекаю на гостя нашої програми, керівника студії Івана Носика, пропоную вам подивитися сцени із цієї вистави. Тільки от що. На сватанні у половину буду брехати і розхвалювати дурного стецька. А там по воєнному артикулу закину і около пальця усю діло зверну. А завтра вже прийду і буду атакувати старушку Ратипу. Може, мене завтра на столі побачите? Я тільки подумав, що Гуляна чіпляє хустку, то мене вже не встискує, так вона ж трясся, трусить. А ти через час міста дожидай мене на Лопанському мосту. Я тобі новий пароль скажу. Лишу мені за тіло взяться, може, може, клянка. Пускай дівчатка млясти старим ладом, а я драси. Завтра помалиш, смотри, на зрівнєшні тери. Цур, дурнята маслогрудка, я тобі кажу, та не займай людей, я тебе не чіпатиму. А до яких це людей я чіпляюсь, а? Кажи, кажи. Та не чіпляйся до Уляни, вона не твоя, не хоче за тебе. Дарма. Та вона каже, лучше із мосту воду, чим за тебе заміж. Дарма. Та вона каже, що буде пропаща з тобою. Дарма. Та вона каже, і краще світ дачимо, чим за тебе заміж. Дарма. Та вона каже, лучше тобі пек тобі. Дурний, божевільний, невіжений, католичий. Дарма, 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 дарма. Ти не хоч що кажи, а я ще тобі казатиму, що дарма, за тим, що дарма. Хоч вона не хоче, хоч вона і плакатиме, і вбиватиметься. Та хоч здохне. Мені все дарма. Лиш би пішла за мене. Ось що ми зробимо. Хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємось. А щоб ви нас не порочили, буцімто ми передержуємо куниці або красні девиці, то ми вас пов'яжемо. Чи так, жінко? Роби, як знаєш, ти батько, ти старший. Як скажеш, так і буде. Еге, дочка, а годі пічка лупати. Давай чому цих французів пов'язати. Чи, може, нічого не придбала, та вже й соромиться? От ж, садись, мать, садись. А ти, дітка, поклонися батюшці і матушці Патроїча. Дякуй за хліб, за соль, да за науку. І проси благословення на добре діло. Отак усюди ділиться. Ненечко моя ріднесенька, останній раз прошу, не топи свого дитя. Дай мені ще на світі пожити. Годі, Олясю, годі, та остань, бо вже цього не буде. Давай там, що є. Боже мій милосердний, прощай, Олексійко, навіки вічні. Ай, дурна ж та дурна. Отак і я за свого Прокопа не хотіла йти, аж на стіну лізла. А далі нічогісінько. А наші молодині, як будуть любіться, да не лінуючись роботи, так насобирайте, що побольше, чим у Стецька. Да вот і я, Набіл, по походах до Франції,
по Туреччині, по Росії і зібрав 50 цілкових. Так і по смерті моєї все запам'ятаю Олексію. Он мене і поховав. Якби мені гроші віддав, я б тебе, врагового москаля, цього дня у домовину. Я вже бачу, до чого воно йде. Ой, спасибі ж вам, староста! Як руками зняв! Тепер і мені вже не то, що стецька, а усієї його худоби нічого тільки не жалько. Олексія вже полюбила, мов синочка ріднесенько. Ходіть ж, діточки, сюди. Ой. Будьте ж здорові, як вода, а багаті, як земля, а красиві, як весна. Іван Володимирович Носик, гість нашої програми, керівник Миколаївської оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Іване Володимировичу, прем'єра пройшла на ура, як то кажуть, глядач у захваті. Розкажіть про свої відчуття, як готувалися актори, як хвилювалися, чого очікували і що побачили глядачі із зали врешті-решт. Я хочу сказать, Мариночка, что это наш второй спектакль. Первый спектакль мы показали нашим поклонникам и николаевцам в прошлом году, в прошлом сезоне. Это была опера «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Очень популярная, знаменитая опера и очень востребована во всех оперных театрах Украины. А в этом году я решил поставить музыкальный спектакль «Сваты Ногочарівці» на музыку Стеценко. Это называется оперета, но я ее сделал как оперу, потому что это действительно полноценный оперный спектакль. Там есть арии, есть дуэты, есть хоры, есть танец даже в конце спектакля. Вот поэтому это полноценный, настоящий большой спектакль. Готовились мы к этому спектаклю очень долго и ответственно. В течение всего сезона, всего года у нас шла подготовка очень серьезная. Ребята сначала учили материал, потом мы собирались, делали читку, так называемую, знаете, мы читали, искали интонации, я подсказывал, так как я певец, актер уже довольно опытный, мне больше 15 лет работал в оперных театрах и в Украине, и за границей, и в России. Вот поэтому у меня есть, что, как говорят в Одессе, есть что сказать, есть что показать и есть что чему научить. Студия у нас уникальная в каком плане? В том, что у нас артисты, солисты, все имеют какую-то свою специальность, понимаете? Есть у меня и врачи, и педагоги, есть простые, просто рабочие, но их всех объединяет безумная большая любовь к оперному искусству. Они все любят петь, поэтому они с удовольствием все приходят на репетицию ко мне. Бегут, я бы сказал, даже на репетицию. У нас коллектив разновозрастной. У меня есть и очень молодые, и есть люди уже, которые возраста такого же, будем говорить, старшего. Это фундамент моей студии, это мои ветераны, я хочу назвать. Это люди, которые, собственно говоря, много-много лет назад начинали вместе с Ниной Григорьевной Западинской. А коллектив наш существует уже более 50 лет. Представляете, более полстолетия. Ну вот так вот
получилось, что 2 года назад я стал руководителем этой студии, когда Нина Григорьевна ушла в мир иной. Я возглавил этот коллектив и сейчас работаю в том же направлении, в котором работала Нина Григорьевна. Я сказал ребятам, что Нина Григорьевна подняла студию на очень высокий уровень профессиональный. Мы можем планку выше взять, но ниже мы не имеем права. Я недаремно запитала Івана Володимировича про те, як студія готувалася до прем'єри, адже наша знімальна група приїжджала у той час до студії, і ми трохи познімали цей репетиційний процес. Про те, як ішла підготовка, пропоную подивитися прямо зараз. Куди то ти помандрував? Та де тобі помандрував? Тільки хотів було йти до шинка Романа, до шинця. Щоб чобіт залатав. Та яке сьогодні латання? Ти що, забув католичок? Неділінька свята. Добрі люди ще з церковни повиходили. А ти вже не шинок швадяв. Отак, пак. А чому шинок зробили так далеко? Поставили б його десь тут, на нашій вулиці. Я б тоді вибив би і додому потрапив. Дай Боже, день добрий, з неділею будьте здорові. І вам здоров'я. Як все маєте? Оце я вам скажу, до якого часу та живемо. А старий ваш де? Мила жінка, мужика ж, за всю прину взявши. Бач, де обізвався. Здорово, приятелю, ходи сюди. Рада душа в рай, гріхи не пускаю. Як жінка скаже. Відпустіть його, будьте ласкаві. Маю до вас діло. Та ну вже йди сюди, йди. Дочка у вас є? Є. Така, що треба годувати? Сина маю. Знаю. Знаю. Так віддайте. Постривайте. Усяк зна, що у вашого сина клепки нема. Так чи віддасте? Чи хай ще трошки підросте? Отак нащо? Лучиться чоловік, а в мене хустка. Рушники є, хустки не було. Тепер буде хустка. Буду сама йому пов'язуватись. Ти добре зробила, що купила хустку. Увечері жди старостів. Казали, що прийде. Які там старости? Від кого хто? Чи знаєш із-за Харкова Павла Кадзюбу, що чумакує? От одного старого, лисого! Чудурна! Застицька його сина, коли знаєш. За того божевільно? Та він зовсім мало дурний. Дурний та багатий. Сюр йому з його багатством, коли в нього глузду немає. Іван Володимирович посміхається, він пам'ятає, як ми приїжджали і знімали репетиційний процес, як усі хвилювалися актори, як хвилювався Іван Володимирович, як говорили і мріяли про те, якою ж буде прем'єра. Отже, запитання, як на ваш погляд пройшла вистава прем'єрна і як реагував глядач на те, що бачив на сцені?
Зритель был в восторге. Это вы видели по лицам, по бурным аплодисментам. И нам вдвойне было приятно работать, потому что людям нравилось. Нравилось то, что мы делаем на сцене. Они воспринимали с огромным удовольствием наш спектакль. Я видел, люди даже, когда вот сцена была, мы прощались с Ульяной, люди некоторые в зале даже плакали. Вот это все под очень такую красивую, интересную музыку. Было, знаете, как фон, вот музыкальный фон. И мы на сцену с Анечкой Тютенко выходим, которая играла Ульяну, выходим, прощаемся. Это, как бы, знаете, была трагика-комедия. Многие, кто сидели в зале, мне потом говорили, что, Иван Владимирович, вы знаете, это была действительно настоящая трагика-комедия, потому что здесь вы плачете с Ульяной, прощаетесь, сзади сидит Адарка, плачет, потому что ей жалко, она потеряет худобу, потеряет коров там, и так далее, волоки там. И здесь в корзине сидит гусь, который крякает под музыку, понимаете. Это было очень, как бы я бы сказал, ну, жизненно и очень так, как бы так вот гармонично все интересно на сцене, да, проходило. Професійні актори репетирують близько 2 місяців. Скільки ж часу знадобилося аматорам для того, щоб підготувати таку серйозну річ, як сватання на гончарівці? Но мы работали над этим спектаклем намного больше, чем профессиональные актеры. Если посчитать, в общей сложности, я думаю, это было где-то около 50 репетиций. Вот, мы собирались 3 раза в неделю. Понимаете, у меня не профессиональные актеры в студии поют, у меня поют люди разных профессий, поэтому, естественно, у кого-то что-то сегодня не получилось, не сложилось, у кого-то дома, не дай бог, какие-то проблемы. То есть, понимаете, вот под всех нужно подстраиваться. Вот в этом, конечно, очень большая трудность, сложность именно работы в самодеятельном коллективе. Я просто работал в профессиональных коллективах, в оперных театрах, и, конечно, там совсем другая была дисциплина, все по-другому. Но, вы знаете, перед спектаклем все собрались, мобилизировались, я сказал, ребята, делаем дополнительные репетиции, потому что я и вижу, что некоторые части в спектакле, некоторые фрагменты нужно еще работать, шлифовать и так далее, больше уделить внимание некоторым моментам. И они очень добросовестно отнеслись к этому и приходили на дополнительные репетиции. Вот. И у нас, мы успели, будем говорить так, мы успели сделать этот спектакль. Яскраві костюми, красиві декорації, все продумано. За який час підготували костюми, декорації, чи шили самі, чи десь запозичили? Як пройшов постановчий процес, розкажіть. Во-первых, я хочу сказать, что мне очень, конечно, обидно, с одной стороны, что мало кто нам в городе помогает, понимаете? Потому что мы показываем колоссальную работу, как аматорский коллектив, мы показываем полноценные спектакли, и я вынужден просто ходить и у людей, у спонсоров просить деньги, понимаете? Для меня это, собственно говоря, ну и унизительно, и как такая, знаете, это недостойно все-таки. Я считаю, что должны внимательно и управление, городское управление культуры и город наш отнестись к работе, к нашему коллективу, то, что мы делаем. Вот, и нам все-таки помогать. Вот, конечно, управление культуры нам помогает и помогало, но хотелось бы, чтобы этой помощи было больше. Вот, и насчет костюмов. Это очень сложный вопрос, потому что костюмы стоят очень дорого. Пошить костюм стоит больших денег. В наше трудное время для многих это практически нереально, понимаете? Поэтому мы берем костюмы в аренду. Я хочу сказать большое спасибо директору музыкального училища культуры, который нам дает эти костюмы для наших спектаклей. Пока я все-таки надеюсь, что у нас будет спонсор, который нам поможет пошить настоящие, красивые костюмы для наших спектаклей. А вот у нас уже, как говорится, 3-й спектакль уже анонсировал Кармен. Поэтому нам нужны, конечно, финансовая помощь для того, чтобы мы могли пошить костюмы и достойно представлять не только в Николаеве, а может быть даже в других городах Украины наш коллектив и эти прекрасные спектакли. Анонсували «Кармен». Дуже цікаво, коли плануєте приступити до репетиції, коли плануєте прем'єру і чому саме «Кармен», а не продовження тематики української класики?
Я думаю, что украинская классика никуда от нас не уйдет, потому что у меня в планах еще поставить и знаменитую оперу Гулага Артемовского «Запорожец за Дунаем». А также я хочу поставить оперу Николая Аркаса, нашего земляка, выдающегося украинского композитора, оперу «Катерина». Эта опера одно время шла в нашем украинском музыкально-драматическом театре, я там пел Андрея, вот, а теперь я хочу сделать свою интерпретацию этого спектакля, но опять же, это не сейчас, это как бы через какое-то время. Сейчас я захотел «Кармен», потому что, во-первых, это очень красивый спектакль, это потрясающая музыка, это спектакль, который украшает всегда все сцены оперных театров, он идет везде, во всех театрах оперных. И он очень доступный, будем так говорить, да, интересный сюжет, вот, но это будет постановка оригинальная очень. Я приглашаю моего друга очень большого, это Жанна Чепелла, это главный режиссер Днепропетровского оперного театра. Она когда-то в свое время, будем говорить, это вот 3 года назад, да, вот еще до войны, до Майдана, поставила этот спектакль, это камерная такая постановка, будем говорить, спектакля, называется «Любовный треугольник». Она поставила этот спектакль в городе Воронеж, в России, и которая с огромным успехом шла на сценах города Воронежа. Спектакль современный, интересные очень находки режиссерские. В спектакле 3 действующих персонажа. Это Хозе, Кармен и Эскамильо. Но так как у нас оперно-вокальная студия, естественно, я хочу показать и какие-то хоровые большие сцены, чтобы студия тоже принимала участие в этом спектакле. А аккомпанемент, значит, будет, это не оркестр, это, скорее всего, будет где-то или квинтет, или секстет на сцене будет сидеть. В принципе, там больше не надо, потому что спектакль-то камерный, много музыки не надо, понимаете? Это я хочу сказать, что это первая редакция Жоржа Бизе с говорящими речитативами. Я вот сейчас думаю, чтобы речитативы это были или на украинском языке, или на русском. А все арии и дуэты, и хоры, может быть, мы будем петь на французском. Нужно выучить сначала материал, нотный материал, текстовой материал, сделать ноты для ансамбля, вот этого секстета, который я хочу, чтобы нам аккомпанировали. Вот. И тогда уже, я думаю, где-то, наверное, ближе к Новому году мы начнем работать над этим спектаклем. Я уже знаю, кто будет Эскамильо. Сейчас ищу хорошую, красивую меццо-сопрано. Мне надо на партию Кармен. Я хочу, чтобы это все были участники спектакля, все были николаевские. Я не хочу никого приглашать, понимаете? Потому что пригласить кого-то и профессионального певца из оперного театра, я ничем не удивлю никого, понимаете? Скажут, пригласил какого-то певца, он прекрасно спел. А я все-таки показываю свои наши вот николаевские таланты, понимаете? А мы не хуже. Поки ми чекаємо на прем'єру під назвою «Кармен», скажіть, які перспективи у тих 2 вистав, які вже є в репертуарі вашої оперної студії? Це «Наталка Полтавка» і «Сватання на Гончарівці». Второй спектакль «Сватання на Гончарівці» ми будемо показувати в нашому концертному холі, залі, як він називається, «Юність», який знаходиться на проспекті Богоявленському, правильно, да? А также я очень надеюсь, что мы вернемся к нашему первому спектаклю «Наталки Полтавки», который тоже очень-очень интересный, веселый, смешной и очень-очень публике нравится. Поэтому я планирую вот эти 2 спектакля все-таки показать не только в городе Николаеве, а и по области. Сейчас ведутся уже переговоры по поводу вывести этот спектакль в город Херсон, может быть, Кривой Рог, Кировоград и так далее, и так далее. Но, опять же, все опирается в финансы. Вот. Но быстрее, скорее всего, я думаю, что мы, наверное, повезем эти спектакли по области нашей. Мне бы очень хотелось, чтобы и жители Южноукраинска, и Первомайска, и Вознесенска, и так далее, где есть нормальные дома культуры, где можно показывать действительно спектакли, достойно показывать, я думаю, там мы не то что могли бы, мы должны там показать эти прекрасные украинских 2 спектакля, которые сделали силами оперно-вокальной студии.
Як бачите, наша Миколаївська оперно-вокальна студія імені Ніни Западинської зростає і творчо, і організаційно, і професійно, я б навіть так сказала. І наші миколаївці не бояться приходити до цієї студії і пробувати себе у якості акторів достатньо складного оперного жанру. Повірте мені, не усі професійні актори можуть собі це дозволити. А наші миколаївці різних професій приходять і демонструють свої таланти і на великих сценах нашого міста. Давайте побажаємо цій чудовій студії зростати ще активніше. Побажаємо гарних і цікавих гастролей. Побажаємо ще нових відкриттів, нових акторів. І до нової зустрічі у театральних дослідах!